Власти Махачкалы подведут водовод для заполнения водой обмелевшего озера Акгёль. К спасению водоема подключились неравнодушные люди, готовые финансировать спасение озера. В течение ближайшей недели будет завершена проектно-сметная документация по строительству конструкции и определены подрядные организации для возведения водовода. Планируется, что его прокладка позволит восстановить уровень воды в озере. Объемы подачи воды не повлияют на водоснабжение соседних территорий. Контролировать процесс восстановления озера будет специально созданная рабочая группа.